Привет! В преддверии 23 февраля я хотела бы поговорить с вами о том, что же можно подарить мужчине на этот праздник. Конечно, сейчас очень большое количество идей, очень большое количество товаров, которые можно купить в подарок для своей второй половины, для своего любимого мужчины, близкого человека. И все, конечно, зависит от степени близости знакомства, да, с этим человеком и от нашего с вами кошелька. И многие при выборе подарка основываются его практичностью. И такой набор, скажем так, да, как носки, дезодорант, пена для бритья, они на первый взгляд могут казаться очень-очень всегда нужными. И если уж не сейчас, то потом они ему обязательно пригодятся. Конечно, это так, и отчасти это правильная позиция, да, но есть такая поговорка, пословица, да, относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. И помните, милые девушки, о том, что после 23 февраля последует какой праздник? Правильно, 8 марта. И если ты не хочешь увидеть в подарочной сумочке, ну, например, дезодорант, антиперспирант, то не стоит дарить ему пену для бритья. Мы с вами, девушки, всегда мечтаем видеть рядом с собой мужчину какого? Мужчину достойного, да? Мужчину статусного, мужчину, думающего о тебе. И только мы с вами можем создать вот этот вот образ, да, и сделать мужчину именно таким, каким хотим, да, окружить себя. И в этом вам, конечно же, поможет аромат. Аромат – это тот аксессуар, наверное, да, который может именно наделить вашего мужчину, возможно, теми качествами, которых у них пока нету. Но только вы, как девушка мудрая, да, как девушка, заботящаяся о своем супруге, друге, возможно, можете помочь ему в создании этого образа, да, потому что об успехе мужчины судят именно о той женщине, которая рядом, да. И в этом вам очень легко может помочь новая коллекция ароматов от Armel Voyage d'Amour. Именно о ней я сейчас буду говорить, хотя в линейках ароматов Armel есть множество шикарных ароматов, но это именно то, что придаст вашему мужчине уникальность. И это отличная идея для подарка на такой замечательный праздник. Почему? Да потому что они уникальны, начиная уже с самого дизайна, плюс это концепция тех ароматов. Вот, например, сейчас в руках я держу аромат номер 350, который называется Монте-Карло. И представляете, вы своему мужчине можете подарить не просто аромат, вы можете отправить его в путешествие, а может быть и отправиться вместе, да, в такой замечательный город, как Монте-Карло. Это город ослепительной роскоши, да, это казино, отели, это великолепные рестораны. Погрузитесь с ним в эту атмосферу с помощью этого аромата. Я уверена, что ваш мужчина по достоинству оценит ваш выбор. Это аромат относится к древесно-пряной композиции. И если ваш избранник любитель таких ароматов, вы попадете в десятку. Также я могу порекомендовать вам аромат номер 351 Лондон. Лондон – это город детективов, это город легенд. Погрузитесь в эту атмосферу, нанеся этот аромат. Сейчас можно с Лондоном массу тематических штучек придумать и действительно устроить такое погружение, да? И, конечно же, вы запомнитесь теми эмоциями, которые вы привнесете в вашу жизнь с помощью аромата 351, который относится к водно-древесным ароматам.
И еще один хит, о котором я хотела бы сказать, это аромат номер 352 «Амстердам». Это такой творческий гений, ваш мужчина, наделенный таким образом. Ну а «Амстердам», друзья, это воплощение евро-уюта, комфорта, умиротворения. Я думаю, этот аромат подойдет тем парам, которые уже, допустим, встречаются не один год. Возможно, у вас уже есть семья, и вам действительно хочется и чего-то интересного, но в то же время такого уютного, близкого и теплого. Вот это шипрово-фруктовый аромат – это то, что погрузит вас именно в эту атмосферу. Поэтому, возможно, ты сейчас скажешь: ну, конечно, как же можно подарить ему путешествие, у меня нет таких денег, да? Аромат, возможно, мечты того города, в котором вы еще не были, а может быть, того образа, который ты хочешь видеть рядом с собой, ты можешь всего за 2000 рублей. Поэтому обращайтесь, помогу с идеей для подарка. А если тебе дали посмотреть это видео, обязательно обратись к тому человеку, который дал тебе посмотреть это видео, и тебе помогут с приобретением данного аромата. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Олеся Селезнева. Всем пока-пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.